Ислам, в который сегодня верят мусульмане, это не та религия, которую проповедовал Мухаммед. Мухаммед проповедовал повиновение Иисусу Христу. Усман исказил это послание, заявив, что Аллах ⁇ это единственный истинный Бог, а Иисус ⁇ всего лишь пророк Аллаха. Он сделал это для того, чтобы унизить Иисуса и удержать людей от веры в христианство, религию Мухаммеда. Вот так мощное христианское послание Мухаммеда было превращено в антихристианскую пропаганду злобным языческим обманщиком. Теперь, как же мусульмане могут опровергнуть мою теорию? Они не могут апеллировать к Корану, поскольку сегодняшний Коран был испорчен Усманом. Они также не могут апеллировать к Хадисам, литературе Сираха или комментариям, поскольку все они были написаны после Усмана. Мусульмане даже не смогут сказать, что Усман был одним из подвижников Мухаммеда, поскольку я заявляю, что Усман просто вписал себя в жизнь Мухаммеда, чтобы помочь установить свой собственный авторитет. Критика Иснада не имеет значения, так как более поздние критики Иснада находились под влиянием ложных учений Усмана. Я пришел к выводу, что Мухаммед проповедовал ортодоксальное христианство, и что Усман был истинным основателем того, что сейчас называется исламом. Наверное, мы должны начать называть ислам усманизмом, поскольку он происходит от усмана.